понедельник, 18 апреля, в полицию сообщили, что между селом Городище и законсервированным лагерем имени Лизы Чайкиной найден мертвым 30-летний соликамец. Выехав на место происшествия, был обнаружен труп мужчины, который лежал под деревом. Он долгое время ходил по этому снегу. То есть он зашел на территорию этого поля с одной стороны, проделал огромный путь вместе со своим знакомым. И, видимо, из-за того, что было холодно ему, он лег под эту сосну отдохнуть и умер. Следователи сейчас устанавливают причины и обстоятельства похода и в каком состоянии находились эти путешественники. В среду 20 апреля ближе к полуночи соликамские следователи выехали по сообщению о найденной мертвой пожилой женщине. Труп женщины подвергся гнилостным изменениям. Со слов родственников общались с потерпевшей последний раз 12 апреля 2021 года, после чего мать перестала выходить на связь. Забеспокоившись, родственники приняли решение попасть в квартиру. При помощи сотрудников МЧС в настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка.